Площадь Свободы – это первое памятное место города над Бугом в списке торжеств, где каждый год 3 июля собирается руководство области и города, ветераны, представители трудовых коллективов, а также молодежь, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Меня очень переполняет то, что мы смогли победить фашизм, который стремился поработить нашу страну. И наш народ все же с большими потерями, но все же одержал победу. И мне это вдохновляет, что мы сумели разбить фашизм. И это меня вдохновляет, что наша страна становится все богаче, все лучше. Условия жизни улучшаются, молодежь учится свободно. День независимости, день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – это святой праздник для всех, не только для ветеранов Великой Отечественной войны, а для всего белорусского народа. Потому что в связи с независимостью состоялась наша государственность, состоялась Республика Беларусь, которая сейчас крепнет, растет, развивается, хорошеет, становится прекрасной, сильной и могущественной. Каждый молодой человек, он осознает, что это его страна, он должен участвовать в ее строительстве и старается проявить свою гражданскую позицию и занять достойное место в стране. Продолжились официальные мероприятия на территории мемориала «Брестская крепость-герой». Возложение венков, минута молчания и оружейные залпы – это воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоеванная победа далась дорогой ценой. А значит, наш долг – сохранять мир как в стране, так и в сердцах и смотреть в будущее с оптимизмом. Когда приходишь сюда на праздник, когда возлагаешь венки, вспоминаешь не только тех, кто не дожил до этого времени, но самое главное, еще ставишь для себя задачу, а что мы должны сделать на будущее, чтобы наша страна действительно была далеко-далеко за пределами узнаваемая. Потому что она, как страна, я сказал, уже состоялась, и ее признают, как бы кто ни говорил о ней, но признают во всем мире. И это очень хорошо. Но надо, чтобы уже перед ней, если говорить откровенно, и шляпу этот снимали, когда бы говорили о Белоруссии, когда бы поднимали флаг на любых соревнованиях, вот мировых и так далее, и так далее. Поэтому есть гордость. Есть хорошее настроение, ну и что, видишь, сколько надо сделать много для того, чтобы наша страна действительно процветала. Ленинский и Московский районы города над Бугом приняли эстафету празднований ближе к вечеру. Концертные площадки на улице Смирнова и в парке воинов-интернационалистов стали эпицентром народных гуляний. Выступления лучших народных коллективов и солистов, ярмарки продажи, конкурсы и спортивные состязания. Программа торжеств была насыщена и разнообразна. Мы помним и чтим память о погибших на нашей земле, о тех, кто защищал нашу Родину, кто дал нам возможность праздновать сегодня и кто дал нам возможность жить, процветать и развиваться. Вечерний концерт на площади Ленина собрал тысячи брестчан, взрослых и детей, молодых и пожилых, людей, которым не безразлична судьба своей страны. Губернатор региона Константин Сумар поздравил всех с главным праздником государства и пожелал процветания и счастья каждому белорусу. Для того, как иметь спрятанные умовы, мы повинны щиро любить нашу землю, не на словах, а на справе быть патриотами. Главное ж эффективно працевать, виконуючи 3 основные на сегодняшний день национальные проекты. Это модернизация экономики, информатизация громадства, а так само поддержка нашей молоди и масштабное притягнение у самым широким сенсе до державного будовництва. Яркой финальной точкой торжеств стала акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют. Строчки одного из главных символов государства оставили что-то свое в сердце каждого, кто принял участие в праздничных мероприятиях. 3 июля – день рождения страны, и сегодня жителям Синеокой именинницы есть чем гордиться. Полным ходом идет осуществление социальных проектов. Развивается сфера сельского хозяйства, расширяются торгово-экономические связи, а главное – Беларусь остается суверенной. Поэтому день рождения страны – повод не только для размышлений, но и для гордости. Анастасия Трухнова, Виктор Халявко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.